полинетких нубов просто не встречал. Ты прикалываешься? Ничего себе, вы видели, она спиной замочила. Сейчас попаду по ней. Давай. Да, у нее три. Она сгорела. Кентуха на проводе, и прямо сегодня я затроллю стримершу-анетку прямо на стриме. Я притворюсь Сашком. Вам не послышалось. Я пригласил одного наблюдателя. А это наблюдатель, это буду я. Я буду знать, где она находится, и буду бросать хаешки, буду давать ей хедшоты, буду давать ей маслины и так далее. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, мы стартуем! А вот мы ее и на стриме. Вы посмотрели название стрима. Жду, пока скорпион коллекции подорожает 100 раз. Плюс закупая, плюс мем раздача. Короче, стрим, все в мире. Ну шо, Анетулечка, ща мы тебя шпохнем. Ну что, мужики, отправляю ей донат и будем смотреть ее реакцию. Офигеть, блин! Я в шоке! Чё за дичь? Я просто делал донат, она уже пищенька, девочка! Так, ребята, вот мой донатик. Мой ID, все почему-то думают, что я читак, я не такой. Давай, ты меня выиграешь и будешь АВМТХ. Давай дуэль. Все, ребята, прямо сейчас я ее приглашаю в лобби, и мы начинаем эту мега-дуэль. Ха-ха! О, ребята, ништячок, она уже зашла в лобби! Моя ты сладенькая. Напишу пры-пры, как все школьники пишут пры-пры-пры. Приветик, ты правда дашь мне АВМТХ? Если ты меня выиграешь, я тебе дам в рот. Обещаю без кидала. Анетка, но ты-то меня не выиграешь, моя ты маленькая. Ты видишь это. Ребята, вроде бы как она не заметила наблюдателя. Все, я предлагаю, давайте как можно быстрее будем начинать, чтобы она ничего не спалила. Все, братва, залетаем и погнали троллить эту малыху. Короче, ребята, я специально зашел со второго аккаунта, потому что этот ID никто не знает, Анетка тоже его не знает. Тут даже другой клан. Короче, это будет полный трешняк. Так, давайте Анетке покажем мои скины. Сладенькая ты моя, смотри, не спинезис. Он точно не кидок. Ты точно не кидок, я люблю тебя. Смотри на мой нож-стилет. На, по шапке. Вроде бы как все пока что идет по плану. Вначале я 9 раундов подряд буду сливать, а потом я просто возьму Анеткины яйца в кулак и откомбэчу. Я готова служить тебе, мой господин. О, Анетка, ты куда на колени уже стала? Мама дорогая. На, типа по попке, блин, братва, пылись в комментариях, кто бы дал бы так Анетке по попке. Эй, Анетка, ты что там, зависла? Ля, Анетка. Братва, она под вообще в сосну въехала. Вы посмотрели, что она творит? Она какие-то мулики бросает. Опа-па! Начинаем! Анетка думает, что я очень богатый типуля, поэтому я знаю, что возьму. Я возьму дигл. Чекусь! Статрек! Я сам был в шоке, когда зашел на этот аккаунт и видел этот скин. Так, все, имба. Она бежит. Она сейчас будет бросать хаешку сюда, чекайте. На, прям по мне попала. Я притворяюсь фул нубом. Берем спасечек и полетели, полетели. Анетка пытается пристрелить. Я бегу прямо на пулю, чекайте. Я кибер! Кто кибер? Я кибер! Кто кибер? Я кибер! Блин, я вообще полный нуб! Как только она будет бежать сюда, я сразу беру и бросаю зажигательную смесь. Аккуратно. Она бежит! Попал или нет, как думаете? На! Почти попал, почти попал, почти попал, почти попал. Все, мы притворяемся дальше полными нубами. Я вот так вылетаю. Она сейчас будет тут. Я сейчас так вылетаю и вот так делаю. И она по мне попасть не может. Посмотрите, какая она ботиха. Анетка! Блин, я таких нубов просто не встречал. Ты прикалываешься? Ладно, давайте я буду просто стоять на месте. Может, она хотя бы так меня замочит. Блин, я не знаю, понимаете? Тут даже поддаваться тяжело. Братишечка, как тебе этот замечательный статрик дезертил якутцы, а? Сосочка, да? Я согласен. Потом, братик, хочешь себе такие же скинчики? Залетай на наш с вами любимый булдропчик по ссылочке снизу. Там и прямо сейчас проходит нереально крутой пасхальный ивент. Также прямо сейчас там есть булпас, который ты выполняешь и получаешь топовый дроп совершенно бесплатно. Но, братик, нужны крутые скины и галдишка? Залетай на булдропчик. А по моему промику, который есть снизу, ты получаешь халявный подарок. Поэтому смотри комментарии. Ну а мы идем
дальше. Слушайте, у меня есть максимально прикольная идея. Я сейчас просто летаю и начинаю стрелять. Вот так, вот так. На! Ты Mozilla? Mozilla? Вот тут и лежи, отдыхай. Представь, что ты на Мальдивах. Поверь ты мне, я знаю каждый твой шаг. Я могу сейчас сделать вот так вот, и вы будете знать каждый шаг. Авик, авик, авик. Вот тут справа, справа, чекайте. Опа! Блин, главное ее случайно не замочить. Она че, рофлит? Че такое на бу? Я представляю, держу я золотой АВМ. Всегда, мужики, кто не знал, Анетка — это моя девушка. И мне стыдно за такую девушку, фу, блин. Давайте все напишем дружно в комментариях хэштег нубетка. Так, она стоит на базе ФК. Она авик выбросила. Зачем она выбросила авик? Я просто все притворяюсь фул нубом. Анетка еле кое-как меня замочила. Обойму выстрелила, еле замочила. 6-0. Пыжи, прости мне, АВМ ТХ. Я не знал, что ты киберша. Нет, будешь отдавать. Интересно, чем она ответит. Она до сих пор на базе. И просто вот так стреляю куда-то в небо. Просто в небо по воробьям. Еле попала, блин, с таким нубом вообще все его выиграют. Так, счет 7-0. Она взяла АВМ, это идеальный скин для троллинга, потому что Анетка с АВМ, а по мне вообще в жизни не попадет. Крысит, шифтит, переживает, потеет. Блин, я думал, я взял дымовую, я взял болик. Это МВП. О, пошла меня пушить, пошла меня пушить. А теперь чекайте киберспортивный раскид. Рыба! Все нормально, нормально. Интересно, она спалила что-то тут или нет? Ничего себе, вы видели, она спиной замочила! Осталось 2 раунда, я выношу! Это бадуба! Дым и молик, все, в этом раунде и флешку, и имба, все, имба. Похвастались нам своим крутым паттерном, тай-дай. Смотрите, вот Анетка. Главное не высовываться, потому что она меня тут ждет. Она вот прям сейчас прицел навела, вот прям на меня. Оп! Видите, видите? Ща ты получишь, падаль ты волосатый! Бежит, бежит меня пушить. Дым бросаю. Флешку бросаю. Правда, эта флешка слепила почему-то меня. А давай я просто буду сидеть тут и все. Стоп. Еще счет 0-9. Счет 0-9. Ну а прямо сейчас у нас начинается легендарный камбэк. Ну шо, мужики. Хэштег Кент Киберспорт. Так, она стоит на базе. Имба. Сейчас попаду по ней. Давай. Да, у нее 3 хп. Это было гениально. А ну иди сюда. Только я не понял, ты левая ребра или правая? А, блин, это были не ребра. Это были кейсы. Она тут. Ёпсель-мопсель, перезарядка, отвали. Отвали. Ага, она тут. Давай, да. На базу. Фу, братва, я на секунду подумал, что мне полная попа. 9-1, сладненько ты моя. Ты моя Анетка, ща кто-то получит по попочке. Посмотрите, вот Анетка бежит довольно своим ножичком. Уже, наверное, представляет, как я даю авик. Ага, Анетка губу раскатала. Анетка в темке, братва. Прямо Анетку, и попал. Как это? 0 хп отняло, прикиньте, я в шоке. Братва, давай я попробую попасть моликом прям по ней. А, она сидит тут в пикселе, крысит. Тупо в пикселе. Интересно, попаду или нет, как думаете? Это что? Это что было? Блин, ну это было рядышком с Анеткой, но я не попал. Анетка тут, а? Да, падаль! Легчайше для величайшего. А чё такой бомж? У меня кэр без скина? Хэштег Кент Бомж. Обалдеть. Анетка стоит на базе. Анетка, ты чё фыкашишь? Так, она взяла М40. 3, 2, 1. Попала или нет, как думаете? Нет. Да! 6 хп. Блин, братан, я ж думал, сейчас сольюсь. Ты головкой вот так вот ударился. И что? Все, ребята, идет максимально перфекто. Она взяла М16. Слышь, женщина, ты что там взяла? Имба! Имба! Попаду по ней! На! Ля, где она? Я брошу дым, заплечу и заныкаюсь в ребрах. Меня тут нету, девушка!
тише, тише. Она фейк дефюз сделала, нифига она умная. Фейк дефюз, прикиньте. Опа! Мэтт, вы ж хитрый, рождение. Сюда! Мы с Анеткой живем в одной квартире. И она сейчас просто стримит. И она даже не догадывается, то, что я в синей комнате ее троллю. Имба, имба, попал, попал, ослепил ее. Правда, и себя тоже. Она тут. Ждем, ждем. Она сейчас высунется и получит маслину. Блин, 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 блин. Она тут. Хана, мне страшно. Надо ее замочить. Да! Хедшот сюда на босс. Это читер! Это легендарный камбэк 9-5. Просто хэштег легенда. А если я выиграю с тебя АВМ ТХ? Эй-эй-эй! Мы так не договаривались. Ты похож на чита. Она тут, она тут. На! Так как? Я на стране была! Я так не играю! Ты меня бесишь! 1-6! Ля, я не понимаю, что происходит. Она тупо стояла, смотрела в стенку и стреляла. Нетка, ты ку-ку! Спас! Чисто дам ей маслину, и она сделает сальто назад. Я чуть ничего не понимаю, она опять стоит на базе! Я заплентил. Она тут! Да! Да! Это было максимально стрёмно, она чуть меня не смочила! Все, ребята, а прямо сейчас я пробую сделать нереальный трюк. Поверьте мне, это будет очень жестко, потому что я попробую ее замочить на нож! Я вот так влетаю и пленчу. Нормально, я же заплентил. Давайте, сейчас хаешки прям по ней брошу. Имба, попаду, думаю, да! Берёмся на попал, 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 попал. Да! Так. Я еще ее ослепил, я ее ослепил, она ничего не видит! Да! 9-8, да! А что если я прямо сейчас обойду ее через тёмку и попробую посадить на мой длинный нож? Вы понимаете, о чем идет речь? Фу, блин, удали читы, пишет, удали читы. Иди съешь протухшее яйцо, а не АВМТХ, тебе понятно? Сейчас, просто проверочка на читерство. Я прям, прямо сейчас, будь нереальный трюк. Она сейчас залезла в ребра. Давайте молли брошу по ней. Тише, тише, тише. Прям по ней попал. Она горит, она горит. Она сгорела. Читер. Я ему не отдам АВМ. От как я его побеждала, а потом он жестко закомбэчил. Ребята, счет 9-9. Это нереально. Плюс Славик ТХ, придется Нетке давать. Но если она не отдаст, то я ее отшлепаю. И продолжение будь в телеграм-канале. Потому что, ну, уже перешли, подписались. Погнали. Блин, вот последний килл хочу сделать как-то максимально красиво. Прям максимально красиво. Блин, она взяла эмочку. Прям сейчас бросай молик. Бросай молик. Вот тебе. Попал, попал, она горит, она горит. Че она? Бросай, бросай вот так. Она слепая, влетаю и... На! Да! Да! Фу, блин! Вот тебе! Ты просто эти танком прихлопнул так вот! Я слышу, как он кричит, я слышу, как он кричит, отвечаю, он психует. Ты бомжетка, отдавай АВТХ. Забанят, я скажу, Кент. АПК, у меня есть связи. Тебя забанят. Ты читер, тебя забанят, я скажу, Кент, АПК. То есть она скажет мне, что я читер. Короче, ребята, давайте я скажу, что это пранк и запишу ее реакцию на телефон и выложу меня в телеграм-канале. Но, братва, прямо сейчас я всех обнял. Обязательно все подпишитесь на канал, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. И прямо сейчас продолжение реакции Анетки будет у меня в телеграм-канале. Потом все приходят ко мне в телегу. Ссылочка есть в описании. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока.